Дня Великой Победы мы вручаем паспорта юным гражданам Российской Федерации, юным балаковцам. Прежде всего, от имени Межмуниципального управления МВД России «Балаковская» я хотела бы пожелать им, чтобы они были достойными гражданами Российской Федерации. Получая паспорт гражданина России, я торжественно обещаю тебе, Родина, носить его с честью и достоинством. Своим добросовестным трудом приумножать твою славу, твое богатство. Я буду всегда и во всем поступать так, как велит нам основной закон, Конституция России. 3, 4! Бьемся! Друзья, вы измены! Пользуясь случаем, мы вручаем паспорт гражданину Российской Федерации, ветерану Великой Отечественной войны, Безьянову Александру Николаевичу, 1927 года рождения, уроженцу Казахстана. Он прошел долгий путь Великой Отечественной войны, после войны жил в Казахстане, а теперь, получив гражданство Российской Федерации, будет проживать в городе Балаково. С этим мы его от души поздравляем.